Клинические исследования – это получение данных по безопасности и эффективности лекарственных препаратов. В этом процессе задействовано большое количество организаций, которым необходимо непрерывно обмениваться информацией в большом объеме. Важными критериями являются ее защищенность и достоверность. В огромном потоке информации блокчейн позволяет выйти на качественно новый уровень работы с этими жизненно необходимыми данными. Данная технология обеспечивает надежное хранение неизменных данных с возможностью обращения к ним в любое время.